Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла косточки апельсина. Масло из апельсиновых косточек является концентрированным веществом, которое можно вводить в различные рецептурные композиции в небольших количествах. Основная область применения – косметология. Оно подходит для любого участка кожи. Кроме того, данное масло улучшает внешний вид волос. Такой продукт может использоваться в чистом виде или смешиваться с другими активными компонентами. Одно из главных преимуществ масла апельсиновых косточек заключается в том, что оно обладает превосходными питательными свойствами, длительным защищающим и увлажняющим эффектом. Такой компонент универсален и подходит для разной кожи. Полезные свойства масла апельсина таковы. Защищает от вредного воздействия солнца на волосы и кожу. Увлажняет и питает кожу, восстанавливает эластичность и упругость, тонизирует, помогает бороться с некоторыми недостатками на коже, такими как сухостью, покраснениями и прыщами. В сочетании с другими маслами оказывает комплексное воздействие, предотвращает преждевременное старение, сокращает мимические морщинки, защищает кожу головы от пересыхания, тем самым предотвращая появление перхоти. Применение масла апельсиновых косточек таково. Различные крема – увлажняющие, питательные, тонизирующие, маски для лица и волос, тоники, солнцезащитные средства, уход за телом. Вот такой бутылочке мы отправляем масло косточек апельсина нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!